Ой, а что же делать? Очень просто. Бог создал церковь. Созидай церковь. Церковь – это совершенное тело Иисуса Христа, с которым тебе надо быть единодушным, единомысленным, в одном духе. Если ты крестился Духом Божьим, ты крестился в одно тело. Что это за тело? Тело Иисуса Христа. Аминь. Как ты крестился Духом Святым, а не можешь с телом соединиться? Тебя плоть распирает? По плоти Богу угодить невозможно. Даже мысли все, они вражда против Бога. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Без разницы твоей способности, без разницы твои таланты и так далее. Это Богу не может. И я уже из своего опыта могу сказать однозначно, сколько талантливых и способных людей, которые они пошли не по духу, а по плоти, сколько они глупостей сделали для тела Христова. Потому что, когда ты поступаешь по плоти, ты не созидаешь тело Христова.